Итак, дорогие друзья, мы находимся в фантастическом месте. Называется оно Тангчон Кейв. Или по-русски мраморная пещера. Мраморная пещера, это одна из них? Это одна из пещер, в которой находится Будда, который приносит удачу. То есть, если его увидеть или сфотографировать, то это принесет вам удачу. Сейчас проследуем как раз к этому монументу. Посмотрите. Он огромен. Вот смотрите, Наташа. Посмотрите, я и посмотрите Будда. Где мы и где он? Он где-то изображает на вот такой знак, это значит удача. Нет. То есть, если бы... Нет? Нет. Но он же сказал, он лайки. Просто взгляд на Будду, значит удача. Вообще это место располагает к хорошему настроению и состоянию. Я нахожусь сейчас здесь, и мне очень хорошо. То есть здесь хорошая аура, очень приятно. Сейчас в этом кейве очень много разных ходов, выходов. И вот пойдем в один из них. Очередной. Мы попадаем. Let's go, follow me. Вот еще один Будда. Все они среди камней, прямо в этой пещере внутри, как она есть, живая природа. Пещера глубокая. Здесь вот эти вот благовония. То есть, помимо того, что здесь офигенная аура, здесь вот эта вот пещера, камни, тут еще и замечательный такой аромат везде присутствует. Это непередаваемое ощущение. О боже мой, здесь просто волшебно. Да, представляете, это все камень, настоящий камень. Настоящая пещера. Вон там то ли птица, то ли что. Тут ничего нет. Тут страшно. Столько лавы. О, как здорово. Let's go. Вот, тут холодно. Конечно, мы же внутри каменного изваяния. Интересно, там есть подход или это так? Тупиковый вид. Блин, а прикинь, если эти камни на нас свалятся? Давай пойдем-ка обратно. Там есть еще много интересных мест. I'm scared a little bit, so it's time to go back.